будут конкурсы для всех. Все мы ждали с нетерпением день, когда придет сама наша зимушка! Зима! Веселые конкурсы, а еще катание на лошадях, хороводы, поздравления и подарки от Деда Мороза и Снегурочки. Елка зажигает огни. В рамках акции «Новый год во дворе» администрация тероправления «Жаворонковская» совместно с творческим коллективом досугового центра «Молодежный» организовали для всех желающих и гостей села настоящий праздник. На стадионе вокруг символа праздника – нарядные ели, всеми любимые песни артистам подпевали и взрослые, и дети. Активисты Одинцовского отделения партии «Единая Россия» поддержали праздник двора и поздравили с наступающим Новым годом. Концерт проходит для детишек, стишки рассказывают, Дед Мороз и Снегурочка поздравляют. Ну, естественно, и депутаты приехали поздравить людей. И мне хочется, вот на самом деле, понимая, что вот годы, год пандемии, год проблемы свой идет, разное настроение у людей, и хочется подарить, конечно, праздник людям, особенно детям. На морозе помогали согреваться веселые песни, пляски и игры. Для всех желающих работала полевая кухня, где можно было выпить горячего чая и перекусить исконно русскими блюдами. Полина Толмачева, Елена Михайлова, телекомпания «Одинцова».